Кыргызстан и Таджикистан завершили отвод дополнительных сил от госграницы после вооруженного конфликта. Обстановка на границе стабильная. За прошедшую ночь инциденты и перестрелки не зафиксированы. Продолжает работу совместная комиссия в составе офицеров оборонных ведомств Кыргызстана и Таджикистана по осмотру территории, где находились дополнительные силы и средства. Конфликт жителей переграничных районов Кыргызстана и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран, которое длилось более 6 часов. Погибли около 50 человек с обеих сторон, свыше 200 пострадали. Стороны договорились о прекращении огня, отводе сил от границы. Однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля. Все военные Таджикистана покинули Кыргызскую территорию 1 мая.